Веру Васильевну Сидорову можно встретить среди механизаторов и животноводов, на просторном колхозном поле, на совхозной птицеферме. Она всегда среди людей. Она живет их думами, делами и заботами. Вера Васильевна пятый год возглавляет партийную организацию Тарановского района Кустанайской области. Коммунист, агроном, ветеран целины, она о многом может рассказать молодежи. В победах тарановцев, уже выполнивших 2 5-летних плана по производству зерна, есть доля труда и секретаря райкома Веры Васильевны Сидоровой. Богатый урожай выращен на всех полях Кустанайской области, крупнейшем зерновом центре Казахстана. Успешно завершили уборку хлеборобы совхоза Ленинской Карасусского района. Огромное хлебное поле, 24 тысячи гектаров, убрано в сжатые сроки и без потерь. Полновесное зерно юбилейного урожая поступает на элеваторы и хлебоприемные пункты республики.